Делегация с Приморья во главе с губернатором края нанесла дружеский визит в Республику Беларусь. Приморский край сегодня активно развивает сотрудничество с Белоруссией. Многие приморцы имеют белорусские корни, дружат с белорусами, поэтому здесь всегда рады предпринимателям республики. Цель визита приморской делегации в Минск – развивать сотрудничество в различных областях, а для этого требуется постоянный диалог между профильными органами власти и бизнесом обеих сторон. Поэтому одним из главных мероприятий, которые посетила делегация, стал 5-й экспортный форум «Беларусь мясная», который собрал специалистов в области мясопереработки и птицеводства. Участники обсудили вопросы производства и повышения качества мясной продукции и расширения географии экспортных поставок. Глава региона призвал производителей республики наращивать сотрудничество с предпринимателями края. В рамках форума также прошла встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Крупко. Ну, мы посетили, помимо форума мясного, где наши непосредственно торговые сети и представители Приморья посмотрели ту продукцию, которую выпускают сегодня белорусские заводы. И я думаю, что она пополнит линейку тех продуктов, которые сегодня есть на приморских полках. Также делегация посетила Минский тракторный завод. В Приморском крае сегодня эксплуатируется около 2500 единиц техники этого производства. На базе предприятия Олег Кожемяк осмотрел новые образцы и выяснил их характеристики. Я хочу сказать, что наши белорусские коллеги оперативно реагируют и на те просьбы, которые мы им высказываем. Каждый год совершенствуют модельный ряд техники, агрегатируется, которая с теми надсадками, которые нужны нам для работы в коммунальном хозяйстве, для сельского хозяйства. Поэтому мы сегодня видим новые линейки здесь техники. В планах делегации посетить еще ряд сельскохозяйственных и машиностроительных предприятий Белоруссии. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.